В рамках реализации проекта «Крепкая семья» одинцовские единороссы поприветствовали участников семейного праздника, который прошел в Доме культуры поселка Горки-10. Мероприятие было приурочено к ежегодной дате – Дню отца. В спортивных эстафетах приняли участие более 20 семей. Папы поднимали гири, строили самую высокую пирамиду, вместе с ребятами состязались в перетягивании каната и принимали участие в других конкурсах.